Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Рада приветствовать вас на канале Гильтек. Меня зовут Шапранова Татьяна. Я тренер и практикующий косметолог компании Гильтек. И сегодня мы поговорим о мужской косметике. Мнение, что косметика для мужчин состоит из геля для бритья, дезодоранта и одного парфюма, давно уже не актуально. Но большинство мужчин обращаются к косметическим средствам только тогда, когда есть серьезная проблема. И в сегодняшнем видео мы обсудим, какой оптимальный уход нужен каждому мужчине. Состояние кожи напрямую связано с концентрацией гормона тестостерона, которого в мужском организме вырабатывается почти в 10 раз больше, чем в женском. Поэтому мужская кожа по своей структуре отличается от женской. Она плотнее, грубее, выделяет больше кожного сала и медленнее стареет, что большой плюс. Однако это совсем не значит, что за ней не нужно ухаживать. Мужской коже тоже требуется регулярный уход, только использовать для этого стоит специальные средства, которые будут учитывать ее характерные особенности. Например, наличие волос на лице и необходимость ежедневного бритья может привести к появлению раздражений от микропорезов, к врастанию волос, а большое количество сальных желез и их более активная работа может привести к образованию воспалений. И здесь нужны средства, которые успокоят кожу, окажут противовоспалительный эффект и помогут восстановить ее защитный барьер. Несмотря на то, что в мужской коже значительно быстрее проходят обменные процессы и выработка волокон коллагена и эластина выше, благодаря чему кожа медленнее стареет и внешне выглядит нормальной, ей нужна дополнительная энергия для поддержания всех этих процессов. Давайте разберем подробнее. Мужчинам нужны все те же базовые этапы ухода, как и женщинам. Это очищение и увлажнение. Но по сути это может быть и все. Базовый уход состоит из тех же двух шагов. Шаг первый – это бережное очищение, которое смоет все загрязнения и излишки кожного сала. Например, гель для умывания Гильтек Мэн, главное преимущество которого – это мягкое очищение без чувства стянутости, которое обычно возникает после умывания. Гель имеет ненавязчивый приятный аромат и легкую текстуру, которая хорошо пенится и быстро смывает с кожи кожное сало. И второй этап – это увлажнение, которое восстановит запасы влаги, защитит от обезвоживания, например, крем, увлажняющий Гильтек Мэн. Крем универсален и закрывает сразу несколько задач. Увлажняет, питает, ускоряет заживление микроповреждений, вызванных бритьем, и предотвращает появление воспалений. Подходит для регулярного ежедневного ухода и может заменить лосьон после бритья. Крем имеет приятный, практически неуловимый аромат и легкую эмульсионную текстуру, моментально впитывается, матирует и совершенно незаметен на коже. Казалось бы, на этом можно остановиться. Но в мужском уходе за кожей есть значимое отличие. Это необходимость применять специальные средства для бритья и средства после бритья, которые помогают снять раздражение, предотвратить появление воспалений и дополнительно увлажнить кожу. Давайте поговорим про гель для бритья от Гильтек Мэн. Его смогут оценить обладатели бороды и усов. Прозрачная текстура без пены помогает контролировать форму бороды, бакенбард и усов в процессе оформления. Гель обеспечивает комфортное скольжение лезвия по коже, слегка приподнимая волоски, позволяя сбрить их как можно ближе к корню волоса для более гладкого результата. А входящие в состав активные ингредиенты дополнительно питают,
успокаивают, делая процедуру бритья более комфортной и приятной. После бритья кожа становится чувствительной из-за сильного трения, сопровождающего движение бритвы. Для того, чтобы снизить дискомфорт от бритья, можно воспользоваться специальной ухаживающей косметикой. Крем, увлажняющий из базового ухода, мы с вами уже обсудили. А вот флюид после бритья имеет более легкую текстуру, подходит для любого типа кожи, особенно для чувствительной. Флюид предотвращает врастание волос, появление воспалений, выравнивает тон кожи, снимая отечность и уменьшая выраженность сосудистой сетки. Помогает от раздражения. Сквалан и бисабалол в составе эффективно смягчают и увлажняют кожу, укрепляя защитный барьер и нейтрализуют воспаление. А растительные экстракты заживляют микроповреждения и успокаивают раздраженную после бритья кожу, снимая покраснения, оказывая противовоспалительное действие. Также в составе средства можно найти антивозрастной пептид Матриксил, который уплотняет кожу за счет стимуляции выработки коллагена, тем самым уменьшает выраженность морщин. Крем или флюид выбирать вам. Еще один нюанс для обладателей очень жирной кожи и кожи, склонной к воспалениям. Сыворотка Stop Acne от Гильтек Мэн. Сыворотка предназначена для ухода как раз за жирной кожей и профилактики воспалений. На нее следует обращать внимание мужчинам, склонным к воспалительным процессам после бритья, остеофолликулиту и врастанию волос воспалительного характера. Азелаиновая кислота в составе борется с воспалениями, препятствует гиперкератозу и избавляет от комедонов, осветляя застойные пятна постакне. Средство также содержит мощный противовоспалительный компонент тетрапептид 44 и экстракт череды и тысячелистника. И очень важный аспект, про который мало кто говорит, это поддержание интимной гигиены. Один из важнейших этапов ежедневного ритуала, от которого напрямую зависит комфорт и здоровье как для мужчин, так и для женщин. Это и настроение, и, конечно, уверенность в себе. К сожалению, правила интимной гигиены для мужчины в нашем современном обществе, как ни странно, до сих пор тема закрытая. Но я немного раскрою эту тему. Интимная зона – одна из самых чувствительных во всем теле и требует средств с определенным pH. Причем у женщин он слабо кислый и в норме варьируется от 3,5 до 4,5, а вот у мужчин pH – щелочной от 6 до 7. Средства для интимной гигиены с правильным pH сохранят естественную микрофлору и будут профилактировать от возможных бактериальных инфекций. Поэтому женские средства для интимной гигиены не подойдут в мужском уходе. Также желательно, чтобы в составе средств для интимной гигиены были натуральные увлажняющие и успокаивающие компоненты. Например, такие как гель алоэ вера, депантенол, витамины и другие успокаивающие ингредиенты. Все это есть в нашем геле для интимной гигиены мужчин. Он эффективно очищает, устраняет неприятный запах, не нарушая защитных функций кожи. И ни в коем случае нельзя для интимной гигиены использовать обычное мыло. В результате может появиться сухость и раздражение. А на сегодня у нас все. И если вы запутаетесь в выборе ухода, на упаковке линии Гильтек Мэн всегда есть подсказка в очередности ухода. Дорогие друзья, спасибо вам за любовь к нашей косметике. Если видео было для вас полезно, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, вопросы. А для того, чтобы получать информацию о выходе наших новых видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и до следующих встреч в наших видео.